Сегодня в парке имени Николаева прошел праздник для ребят, наблюдающихся в паллиативном отделении при Чебоксарской детской больнице номер 3. Провести развлекательную программу в День защиты детей 1 июня организаторам не позволила погода. Сегодня некоторые из маленьких пациентов впервые выбрались в парк. Прокатились на паровозике и увидели настоящих верблюдов и оленей. Благотворительный фонд имени Ани Чижовой пригласил на детский праздник 25 семей, в которых есть ребенок с неизлечимым заболеванием – ДЦП или раком. На самом деле таких семей в Чувашии 85, но не все имеют возможность выбраться из дома и приехать в столицу республики. Наша цель была тех, кто может выходить на улицу, показать им парк. Все-таки, чтобы их мамы, которые совершенно неотрывно сидят с ними, вышли тоже на улицу, покушали сладкое, может быть, порадовались тоже природе, увидели друг друга и познакомились, и узнали, что мам таких много, они не одни в этом мире. Чтобы все мамы детей с ограниченными возможностями смогли хоть немного расслабиться, волонтеры развлекали ребят играми. Для братишек и сестренок детей-инвалидов провели мастер-классы по робототехнике, декоративно-прикладному искусству, игре на музыкальных инструментах. К примеру, Вика Петрова очень быстро освоила африканский барабан. Гости праздника признавались, совместная зарядка, надувание мыльных пузырей, дегустация шашлыка и сладостей – редкие моменты счастья в этих семьях. Вообще для родителей, для мам. Вот это очень нужно. Мы как бы выходим немножко из своего замкнутого пространства и начинаем немножко хоть как-то общаться с людьми. Потому что на самом деле это большая проблема для нас. А маму Кристины и Насти сегодня уговорили устроить себе выходной. Она осталась дома, в деревне Лащ-Таеба Ялчикского района. На праздник 14-летнюю Настю, страдающую ДЦП, привезла ее старшая сестра. Она чувствует себя кому-то нужной просто, что ей весело тут, как бы, детишку. За ними следить очень тяжело, сказать, и, ну, нужно вообще морально, как бы, очень много сил для этого. Сегодня Настя, как и многие другие дети, впервые увидела и покормила верблюда, оленя, живущих в местном зооуголке. Очень хорошо, весело, молодцы, организаторы устроили нам. Спасибо праздник, большое. Да, спасибо большое. Мы же никуда не выходим. Точно такие же дети, как и все, точно так же нам нужно развитие. Точно так же нам интересны и животные, и песенки, и, вот, и играть хотим, и с детишками общаться хотим. Такую встречу благотворительный фонд имени Ани Чижовой устраивает впервые, но волонтеры надеются, что он станет традиционным, поскольку уже сейчас немало людей в Чебоксарах поддержали такое начинание и оказали финансовую помощь в проведении праздника. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.